Всем здорово, всем привет. Сегодня сделаем полезную штуковину вот из такой вот доски. Это ступенька, готовая уже ступенька. Я купила ступеньку, 40-я доска, даже не клеенная. Хотя нет, вру, клеенная. Но суть не в том, это не особо важно. 40-я доска, ступенька, из нее сейчас я сделаю для себя полезное приспособление. Поехали! Так как с одной стороны профрезерована эта сторона, то есть закругленные углы, эту тоже так же сделаем, чтобы было одинаково. Теперь сделаем углубление, нишу, так скажем. Доска у нас сороковка, получается 2 сантиметра нужно сделать углубление. По заранее размеченным отметкам просверливаем отверстия 4 штуки. Теперь нам понадобится старая розетка и старый выключатель. Эти выключатели надо установить сюда. Выключатель и розетка. Что мы имеем? Мы имеем, отфрезеровал я еще одну часть, одну сквозную 5x5 под выключатель и не сквозную под розетку. Здесь сделал прорез, вот, чтобы соединить все это. Сейчас мы все соединим, всю электрику приведем в порядок и останется совсем чуть-чуть. Вот закончили мы вот эту вот часть. Короче, что, суть в чем? С этой стороны розетка, с этой стороны выключатель. Выключатель стоит на разрыв розетки. Вот провод подключения 220. Ну вот так вот. Здесь пришлось все залить клеем. Ну, самый, наверное, обычный, простой вариант и самый надежный. Так, ну все, осталось собрать эти три части в кучу. И в принципе все готово. Пойдемте, сейчас все покажу. Для более надежного соединения воспользуемся трубкой и свяжем снизу наши части между собой этой трубкой.
получился у меня вот такой вот стол для лобзика. Все вы знаете, как это удобно. Я сделал так, чтобы лобзик туда прикрутил, включил его в положение включения, и через выключатель ты его включаешь-выключаешь. Сейчас я вам продемонстрирую, это очень удобно. Вот такая сегодня у меня самоделка. Пойдет прямиком ко мне в новую мастерскую. Для нее там будет место. Ну а если вам понравилось видео и моя самоделка, поставьте лайк, подпишитесь на канал и ждите новых моих самоделок. Всем пока-пока!